Барху эт Адонай Амевурах. Барух Адонай Амевурах Леулам Ваэт. Барух Адонай Амевурах Леулам Ваэт. Амин. Барух ата Адонай Элоэну Мелех Аулам, ашер бахар бану микол аамим ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה. אמן. אנחנו נקרא מספר ויקרא, 26, פסוקים 3 עד 5. Мы зачитаем книгу Левит, 26 глава, с 3 по 5 стихи. 26 Левит, с 3 по 5 ויקרא, 26, 3 עד 5. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולך ועץ השדה ייתן פריו והשיג לכם דיש את בציר ובציר השיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארציכם. אמן. אנחנו גם נקרא ברוסית. Мы зачитаем также на русском языке. ויקרא 26, מ-3 עד 5. Левит, 26 глава, с 3 по 5 стихи. «Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Аминь. Аминь. Шаббат шалом ликулям. Мирной субботы всем. Коля парашат ашаво никрат бехукотай. И вся, весь недельный отрывок называется «По уставам моим». Венусе шелана айом зе эт лифроц ве эт ливнот. И наша тема сегодня – время разрушать и время строить. Okay. היום אני רוצה לדבר על מושג מאוד חשוב כזמן. Сегодня я хочу поговорить о важном понятии как время. וכמה זה חשוב לעשות הכל בזמן נכון. И насколько важно делать все в свое время. בגלל שאנחנו לא תמיד מבדילים את הזמנים. Так как мы не всегда различаем времена. Очень часто мы наносим вред своим, себе и своим близким. Когда надо говорить, я молчу. Когда нужно молчать, я говорю. Когда нужно плакать, я смеюсь. אני בוכה. А когда нужно радоваться и смеяться, я плачу. בטקסט שלנו אנחנו קראנו. В нашем тексте мы зачитали. שהברכה זה שהדברים באים בזמן. Что благословение в том, что все приходит в свое время. כמו גשם, שדבר טוב, אבל הוא דבר טוב שהוא בא בזמן. Как дождь является хорошим, хорошей вещью, когда он вовремя. Но есть одно условие очень важное. Это ходить по заповедям Божьим. Или другими словами. Это быть направленным или руководствоваться принципами Слова Божьего и Словом Божьим самим. Человек думает, что время работает на него. И это можно увидеть по приоритетам человека. Но в реальной жизни это наоборот. Мы работаем на время. Потому что мы не выбирали, когда родиться. Мы не выбирали, где родиться. И также еще много вещей. Мусаг
Понятие времени, оно очень интересное и относительное. אחד מהמשמעויות שהסתכלתי זה בעצם צורת הקיום. И одно из понятий времени – это форма существования. אבל אם אנחנו נסתכל יותר גבוה, но если мы выше посмотрим, אנחנו דרך אלוהים ודרך שם של אדוני נגלה это משמעות יותר עמוקה. То через Бога и через Его имя мы можем увидеть более глубокий смысл. אנחנו יודעים יוד-הי וו-הי. Мы знаем יוד-הי וו-הי, имя Бога. כוללת שלושה זמנים. Оно включает в себя три времени. עבר, הווה ועתיד. Это прошлое, настоящее и будущее. כי בתוך המילה יש היה, הווה ויהיה. Потому что в самом слове сокрытый название трех времен это был, есть и будет. И это происходит от глагола быть. Другими словами, существовать человеку. Это прямым образом связано с Богом. Кломар, киум шелану, ве азманим шелану, тлюим. То есть наше существование и наши времена, они зависят от Бога. Другими словами, само время — это определенные рамки, в которые Бог поместил человека, чтобы направлять его к вечности. Чтобы направлять его к вечности. Чтобы направлять его к чему-то более стабильному, чем время здесь, в этом мире. И когда человек руководствуется вечной жизнью, он начинает быть стабильным человеком. Тогда он не спешит и не опаздывает. Он делает вещи. Он делает все в свое время. Он принимает решения в правильное время. И он видит, когда нужно куда-то идти, когда не нужно в это место идти. И когда мы руководствуемся Словом Божьим и принципами из Него, афилю, они штамеш бамила, как моше катув по алиадей хоким, законами Божьими, как здесь написано. כן, אבל אני לא משתמש במילה תורה, אלא ישר, חוק. Правилами. כן. כי תורה זה באמת חוקים של החיים. Потому что закон Божий — это правила жизни на самом деле. נכון. ו אנחנו צריכים להסתכל על חוקים של אדוני כמו חוק של טבע גם, משהו שלא משתנה. И мы должны смотреть на законы Божьи, как на законы природы, которые не меняются. То есть они стабильны. И когда мы принимаем это в свою жизнь, это стабилизирует нашу жизнь и нас самих. Тогда мы будем знать, когда нам обниматься и когда уклоняться от объятий. Когда уклониться от объятий и дать этому человеку понять основополагающие вещи. Это не бам, чтобы человек не понял, не нахон, это не бам из сина, что монеами хибук. Это происходит не от ненависти, когда человек уклоняется от объятий. Но есть время, когда человеку нужно помочь что-то понять. Далее, понятие «строить и разрушать» в нашей личной жизни. Если мы не нарос эти стереотипы и стигмы в жизни нашей, если мы не разрушим стереотипы и стигмы из прошлой жизни в нашем сознании,
Мы не будем способны построить что-то новое в своей жизни. Им ата лота рос это беньяна яшан. Если ты не разрушишь ветхого человека и строение старое, старое здание в правильное время не разрушишь, то это здание упадет в итоге и разрушит жизнь других людей. Есть время, когда нужно разрушить, чтобы что-то построить. И слово, которое используется, это лифроц в этом тексте, что значит ворваться или прорваться, прорыв жизненный. Иногда мы думаем, что лидер, который сейчас стоит в нашей жизни, чтобы нас направить, он слишком сильно заходит на личную территорию. И есть люди, которые думают, что он, наверное, пытается что-то разрушить в моей жизни. Но в реальной жизни есть вещи, которые действительно нужно разрушить и прорвать. Потому что это основополагающие вещи. Чтобы построить внутри жизни этого человека что-то доброе. Говорим, что Элоим иварех отану. Друзья, пусть Бог благословит нас. Потому что написано, что время коротко, очень. Будем мудрыми и будем правильно считать дни жизни своей. Будем ходить по уставам Божьим, по принципам Слова Его, чтобы наши шаги были благословены. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Аминь.